ночь на пересуды, она садится в Тарантас и прямиком на Монпарнас. Ей наплевать в такую ночь на пересуды. Ах, если б я не прекрасный обманщики, ей просто бы не выжить в наши дни. Кафе «Франзоль», 16:00. Презентация книги Татьяны Донцовой «Молдаванка». Записки краеведа. Книга написана в жанре научно-популярных очерков, рассчитана на широкий круг читателей. Три товарища, 8:49. Тёся. Уважаемые посетители выставки «Зеленая волна», 16 часов в летнем театре городского сада состоится встреча с Юрием Поймановым, сценаристом сериала «Сваты» и «Квартала 95». «Сваты» как популярный... Я старостую вірші там, ну так вже, ну якось там осінь, щось там ля-ля-ля-ля-ля, ну так вже і посіль, і холодно, на скалі. Наклейками, які ви клеїте на щось, вирізаєте і обігруєте цю казочку, це казка гра. От, разом. Є така російською мовою. А, таку вже взяла. Їх 4 штуки в серії. Є всі 4, так? Ні, я взяла одну пока. Вам уважні діла. Є діла показувати російською, українською, так, лише їх 40 штук. Она готовится очень долго. Книжку «Приживание» вам? Месяц. Ну, вот это вы хотите? Ну, типа, она реально. А, на 4 недели, да, месяц. Как же самолет? Все вам показалось. Чай. Я буду делать это.